В общем, когда-то я ходила в школу, а потом тут одна девушка пришла и сказала: «Здравствуйте, маме Слюда». А я ответила: «М-м-м». Они мне потом сказали: «Ну ладно, м-м-м это норм. Мама чудо, это означает радость». Да, это было жестоко. А вдруг ко мне подошла Уэнсдей, эта гребаная семейка, и сказала мне: «Вы что здесь делаете, Эвендент, Эмендент, Люда?» Я сказала: «Я не Люда». А потом мне сказали: «Да, Люда, ты прям точка к лицу». Я сказала: «Да никакая я, не». Уэнсдей, гребаная семейка, блин.